Всем здравствуйте. Сейчас покажу, как установить WordPress на компьютер. Сначала нам потребуется локальный сервер Denver. Его нужно скачать. Вот сайт. И после установки, значит, я установил на флешку съемный диск. После установки заходим в папку, куда установили. Потом еще папка Denver. Здесь находим приложение Run. То есть, чтобы запустить Denver. Вот он запускается. После того, как запустили Denver, заходим в браузер, любой, в общем-то, и пишем localhost. Нажимаем Enter и внизу находим... Ну, это как бы панель управления Денвера. Внизу находим PHP MyAdmin. Нажимаем. Теперь нам нужно создать базу данных и пользователя. Вот нажимаем базы данных. Вот здесь пишем имя базы данных. Например, MyBD. Нажимаем создать. Вот здесь в списке появилась новая база данных. И теперь создаем пользователя. Вот здесь наверху нажимаем пользователи. Нажимаем добавить пользователя. Пишем имя, например, Ми. Хост выбираем локальный. Придумываем пароль. И вот здесь внизу нажимаем «Отметить все привилегии». Галочки появились на всех пунктах. И нажимаем внизу «Добавить пользователя». Все, в списке появился новый пользователь. Далее заходим в папку, куда установили Denver. Находим папку «Home». И создаем новую папку и называем ее так, как будет называться наш сайт, да, то есть доменное имя. Ну, например, просто сайт.ру. А вы назовите, как ваш будет сайт называться. И внутри этой папки создаем еще одну папку. Ее нужно назвать www. Вот, все. Следующим пунктом нам нужно скачать сам WordPress. Для этого переходим по адресу wordpress.org. Ну, можно с приставкой ru, чтобы русскоязычная версия. Находим вот здесь синяя кнопка справа «Скачать WordPress». Скачиваем. Вот архив, который я скачал. Его нужно распаковать. Дальше заходим в папку с WordPress. Выделяем все файлы и папки, копируем. Далее переходим в папку с установленным Денвером, в папку Home. Здесь мы создали папку сайт.ру, да, с нашим сайтом. Заходим, потом 3W, папка, и в эту папку теперь вставляем файлы и папки WordPress.
Итак, мы скопировали файлы WordPress в папку сайт.ру www. Вот они. Находим файл wp-config sample и его нужно переименовать. Нужно убрать слово sample и черточку, чтобы осталось просто wp-config. Дальше открываем его в блокноте, этот файл, и здесь нужно немного заполнить вот эти строчки. Первое вот здесь, database name here. Здесь нужно написать имя базы данных, которую мы создали до этого. У меня она называлась MyBD, а вы пишите, как вы ее назвали. Дальше имя пользователя, которое тоже создали после базы данных. У меня имя Mi. Дальше пароль, который присвоили пользователю. Это все до этого мы проделали. Так, следующее не трогаем. Теперь вот здесь вот адрес API WordPress. Нам нужно его скопировать. Вставляем в браузере, нажимаем Enter. И вот эти ключи нужно все выбрать, скопировать и вставить вот сюда вместо вот этих вот строчек define. Вставляем, дальше нажимаем сохранить документ. Закрываем. Теперь нам нужно перезагрузить Denver. Для этого заходим опять в папку, куда установили Denver. Здесь под папка Denver. И вот эти приложения Run, Stop, то есть запустить, остановить, их можно создать ярлык, отправить на рабочий стол, чтобы удобнее было найти. Но вот здесь есть приложение Restart, его запускаем, чтобы перезапустить Denver. Все, теперь переходим в браузер и пишем наш адрес нашего сайта, который мы создали, да? У меня это просто сайт.ру. Нажимаем Enter. И появляется окно с установкой самого WordPress на сайт. Вводим название сайта, например, мой сайт. Имя пользователя, например, админ. Придумываем пароль. Вводим электронную почту и нажимаем кнопку «Установить WordPress». Установка может занять несколько минут, после чего появляется такое сообщение, что WordPress установлен. Далее нажимаем «Войти». Вводим имя пользователя. Мое имя пользователя админ было. И пароль. Нажимаем войти. И мы попадаем в консоль. В кон,
консоль WordPress. Можно посмотреть, как выглядит наш сайт на начальном этапе. Вот так он выглядит, пустой сайт. В принципе, все, мы установили WordPress на компьютер, сайт работает. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки и всем успехов!